Лиза, я знаю. Девушка, девушка, центральный ряд. Два места можно, пожалуйста? Есть два места? Есть. А, все хорошо, не занимайтесь, пожалуйста. Вечно у меня с тобой какие-то проблемы, что опять? Лиза, следующими выступают ребята нашего факультета. История коммуникации и туризма? Да. Ваши аплодисменты, факультет истории и коммуникации и туризма! Девочки, мне страшно. Мне так страшно. Прекрати ныть, серьезно. Легче от этого не станет. Вот именно. Выбор мы уже сделали. А что, если у нас не получится? А ты лучше подумай, что будет, если все-таки получится. Студенты, приготовьте свои встроенные процессоры для записи видеолекции. Говоря об истории нашего современного общества, стоит отметить, что было принято решение сделать компьютерные технологии неотъемлемой частью человеческой жизни. Это позволило уравнять всех индивидов века информации, позволив иметь абсолютно одинаковые возможности виртуальной реальности. Благодаря этому из реального мира исчезли все виды чувств. Нет, они не пропали вовсе. Они остались за гранью реальности, позволив избавить наш мир от зависти и гнева, от любви и ненависти. От всего, что могло бы вызвать эмоции и тем самым привести к потере контроля над обществом. На этом лекция окончена. Свои вопросы присылайте на мой e-mail. И да, не забывайте следить за моим каналом на YouTube. Кстати, ваше поздравление, приуроченное к 75-летию университета, я получила и оценила вашу креативность. Давайте вместе просмотрим видеоролик. Поздравляем с юбилеем наш университет. Первое, что хотелось бы пожелать, мощных компьютеров. Также желаем огромной оперативной памяти и меньше вирусов на электронных носителях. Пусть наш университет выпускает только таких студентов, которые уважают систему нашего нового общества. И пусть в виртуальном мире нашего университета всегда будет порядок. С днем рождения, ГРГУ! 75 лет – это только начало. Староста, завершите звонок. До свидания, студенты нового поколения. Теперь активируйте QR-коды с присвоенным каждому из вас номером для идентификации личности. Thank you.
нашего терпения и почему нам искренне захотелось жить, как раньше. Наверное, глубоко в душе у каждой из нас была своя причина. Анна чуть не сошла с ума, когда обычные библиотеки превратились в онлайн. Нет, вы не думайте, Анна не книжный червь. Хотя... Нет, все именно так. Анна книжный червь. Кристи не смогла смириться с необходимостью носить одинаковую одежду. Сказать вам по секрету, раньше она была первой модницей. Саша так вспылила после того, как на свое 18-летие получила виртуальные подарки ВКонтакте. Внимание, даже от родителей. Виктория забила тревогу, обнаружив, что ее 5-летняя сестренка имеет страничку в Фейсбуке. Ну а я Лина, и меня бросил парень. Как же без любовной трагедии. Причина? Я не поставила ему лайк на новую фотку. Да, как я могла.
служба отключена. Свиданий. Пожалуйста, прошу, если вы верите в эту самую настоящую любовь, если вы цените каждый момент реальной жизни, зажгите экраны своих телефонов и поднимите их как можно выше. Пусть это будет молчаливый знак согласия ради реального, а не компьютерного детства, ради любви. И сделайте это ради... Thank you.
Ведь никто не знает, что будет еще через 75 лет.